Доброго времени суток, уважаемые любители шахмат. С вами шахматный клуб Феникс. И я рад вас приветствовать в нашей группе. И попробую донести до вас интересную информацию. Дорогие друзья, дело в том, что в это воскресенье, то есть 13 декабря, в 21.00 пройдет новогодний тематический турнир в нашей группе с самым большим в истории Феникса призовым фондом. Сам призовой фонд я озвучивать не буду, но не сомневайтесь, что он очень достоин, и я думаю, что у вас есть шанс побороться за призы. Призовых мест у нас будет целых 8, то есть первая восьмерка сильнейших получит денежный приз, и также будет отдельный приз за самую красивую партию. Стоит напомнить, что я сказал, что турнир у нас будет тематический, да, это так и есть, и турнир у нас будет по принятому королевскому гамбиту. Напоминаю вам, ребята, что принятый королевский гамбит начинается после ходов e4, e5, f4, ef. Именно такая стартовая позиция будет в нашем турнире. Итак, турнир пройдет у нас на планете, будет 9 туров, будет обязательно прямая трансляция с канала шахматного Феникса от Никиты Петрова и, собственно, меня, Кирилла Широкого. Мы также будем играть, будем пытаться вас обыгрывать, но дело в том, что Никита этот парень конь f3, а вот я, собственно, королевский гамбит очень люблю, и посмотрим, на что мы наиграем. В общем, мы ждем вас всех, ребята. Суммы, за которые вы будете бороться, очень неплохие. Ждем абсолютно всех и каждого. Абсолютно у каждого есть шанс выиграть как минимум приз за лучшую партию турнира. И до скорой встречи, ребята. Напоминаю вам, что воскресенье, 13 декабря, 21.00, шахматная планета, новогодний турнир шахматного Феникса. До новых встреч!